Погоня с мигалками в лучших традициях американских боевиков. Только события разворачивались на улицах Иркутска. Видео задержания нетрезвого водителя выложили в социальных сетях очевидцы. В районе улицы Мухиной сотрудники ГИБДД устроили погоню за правонарушителем, управляющим автомобилем Toyota Passo. В комментариях очевидцы делятся информацией. Водитель чуть не сбил пешехода на зебре, затем заехал в один из дворов, проехал через детскую площадку. В этот момент сотрудники ГИБДД уже успели перекрыть выезд, здесь его и задержали.